Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. «Шкода» отзывает в нашей стране почти 700 моделей «Октавия», реализованных дилерами с 2014 по 2016 годы. ВИН-коды есть на сайте «Росстандарта». Причина – вероятный сбой в работе блока управления двигателем, в результате которого может нарушиться порядок выпуска отработавших газов. Дилеры должны бесплатно обновить программное обеспечение ЭБУ. Трасса 101. В России все-таки введут штраф за использование автомобильных шин не по сезону. Размер взыскания – 500 рублей. Новшество предположительно вступит в силу 1 июня этого года. Кстати, летом наказывать штрафом будут только тех, кто использует шипованную резину. Другая разновидность зимних покрышек, так называемые липучки, под запрет не попадет. Трасса 101. Повтор повторной пьянки за рулем. Тавтология, но отображает суть готовящихся поправок. Власти хотят ужесточить наказание для тех, кто уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление в состоянии опьянения. Предполагаемый верхний порог штрафа – 500 тысяч, сейчас 300. Срок лишения свободы, возможно, будет увеличен с 2 до 3 лет. Авторы идеи говорят, что существующие санкции многих не впечатляют. Трасса 101. Ни в одном российском городе-миллионнике поведение водителей нельзя оценить на 5 баллов. Максимальная оценка – 3,6. Ее получили автомобилисты в Красноярске. Исследование, в ходе которого опрашивались и автолюбители, и пешеходы, провел сервис «Суперджоп». На втором месте с результатом 3,1 оказалась Москва. Бронзу разделили Петербург и Пермь. Твердая тройка. Трасса 101. Наиболее востребованным новым внедорожником в России за последние десятилетия оказался Renault Duster. По данным агентства «Автостат», им за указанный срок обзавелись почти 500 000 наших соотечественников. Второе место досталось «Ладе 4х4», третье – «Chevrolet Niva». Также в первую пятерку вошли «Toyota RAV4» и «Hyundai Creta». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.